Мы приехали на ферму животных. Вот такие домишки. Вон София. А что там за животное? Коровы. Маленький телята, теленок. Маленький, да? Живой. Нюхай, глянь, у него это нос. Попробуй нос. А там кто? It's almost nap time for these guys. Пучок. Ой, какой классный. Ой, маленький. Можешь меня сфоткать? Я тебя снимаю на видео. Мягенький еще. Мягенький, маленький еще. Маленький теленочек. Так, мы подошли еще к одним. Здесь маленькие козлята. Ждем очереди. Так, а там верблюд. Верблюд. Мы зашли к козлятке. Ой, какие лапочки. Кто тут у нас еще? Ой, маленькие. Классно. Софья, посмотри, там какие маленькие. Это мама ихняя. Где они? Где они? Хоть подержать бы на ручках. Где он? Ну, где он? Do you guys want to hold them? Бери, бери. Do you want to hold them? Бери. Что? Садись. Софии сейчас здесь дадут козленка. Ой, ты классный. Да. Классно. А если что делать? София гладит козлят. Как София они? Классные, да? Здорово. Ой-ой-ой, вот он убегает. Давай его. Не надо его хватать. А вот новый козленок беленький. Доит корову. Не настоящую, да. Ну посмотри, уже стакан. А это барашки. Глянь, барашки, София. Глянь, черненький маленький-то. Вот маленькие барашки. София, вот покорми, глянь, прибежали к тебе. Не-не-не, в руку! Почему? В руку! Нельзя, сказали, только в руку. Вот так вот давать, да. София кормит. София, вон маленьких тоже. Глянь, сзади тебя какой красивый. Ой, этот маленький. К мамке сиську ищет. Да? Конечно, какает. Что ты хотела?
Здесь петухи, курицы. Подходим. Это мы к индюку подходим. Раз в жизни я какой индюк? Я второй раз в жизни вижу индюка. Да, здорово. Нянь какой. София. Глянь, какой красивый индюк. Красота. Огромный. Так. Здесь у нас лама. Лама, гля, какая красивая. Гладь ее, погладь. Я покаталась. На ламе. Я хочу эти петухи. Так, а что ж это за животное? Что это за животное такое? Я не знаю, не подходи. Что это такое непонятное? Грязные. Петух, курица и цыпленок. Охота на цыплят. Это, походу, курятник. Сейчас посмотрим, что там. Так. Не знаю, что это. Ой, цыплятки какие. Какие вы классные. Цыпленок. Awesome job. Thank you. Of course. София поймала козленка. Или кого-то барашка, я не знаю. Классно, ну сфоткай меня. Сфоткай. Что, София, домой понесем? Да. Нравится? Расскажи. Расскажи, как он. Очень красивый. Мягкий. Мама с фотками, да. И сук его. Класс. София все с козленком. Козленок засыпает. Хватит целовать. Пошли других животных смотреть. Нет, если бы. Не, пошли. Там другие тоже интересные. Так, это мы зашли. Здесь хамелеон. Хамелеон. Так, здесь кто у нас? Господи, страсть Господня. Как я их боюсь, этих гадов. Кто тут у нас еще? Там какая-то змея. Пойдем. Нет, мама. Я не пойду, там змеи. Я их боюсь. Вот еще хамелеон. А почему он расцветку не меняет? Ну, наверное, они разные какие-то. А вон змея. Мама, иди к ней подойди. Не-не-не. Я их не люблю. Надеюсь, она... Это хрюк. Свинья. София кормит. Обожаю свиней. Обожаю свинью. Так, София хочет свинью почухать. Я ее покормила, она уже наелась. Наелась? Ну, конечно, она толстая такая, аж лопнет скоро. Ну, мама, ну что ты так недооцениваешь свиней? Они вонючие, грязные. Я люблю свиней. Так, София чешет. Смотри, ее только не ударь. Хорошо. Все, София почесала, относит на место чесалку. И свинка ушла от нас. Это
Пойдем дальше. Софья, вон еще какие-то животные. Какой-то мохнатый. На, покорми с руки. Надеюсь, смотри, вон. Тетя кормит, и ты сможешь. София, ты... София кормит какое-то животное. Фу. Фу. Наверное, это какая-то корова. Это бык. Бык. Значит, бык. Фу. София. Фу. А теперь об него вытрешь, да? Я его глажу. Обслюнявил. Сейчас меня рыгаться будет. Все, они поели, пошли дальше. Так, мы идем дальше. Тут тоже кто-то есть. Наверное, какие-то вон страусы. Так. Там лошади вдали, барашки. Красота. Тут. Кто-то. А, вон пони. Пони спит. Что, София, пони нашла? Это пони, да? А нет, это маленькая, какая-то карликовая пони. Вот она какая толстая, София. Ее нельзя перекармливать. Тут их всех кормят на убой. Видишь, какая ферма большая. Там барашки. Все, спасибо. А вот страусы. Идут к нам, походу. Сейчас мы... Вон страусы. А у страуса маленькие страусятки. София, вон страусятки. Это животное огромное. Ты кто? Это еще одни барашки. Так, здесь есть батуты. Ой, дети прыгают. Вон София вдали. Так, вот еще батут маленький. Вон София прыгает. Тут ковырок. Так, мы зашли в какой-то городок. Тут такие домики. Кухня, это кафе, это маркет, магазин. Что там в магазине? Покажите. Хлеб. Прикольно. Что тут? А вот они еще что-то, магазин какой-то, мороженое продают. Все, что ли? Не нравится? Вот школа. Много всего. Так, вот мы гуляем. София села перекусить.
Что ты пьешь, София? Чоколад милк. Понятно. А с чем? С кончиками покрытыми, чисто как у пряника, покрытая пудрой. Понятно. Тебе здесь нравится? Да. Здорово. Потом пойдем на пони еще кататься, да? Городок такой детский. Играть тут. Встали в очередь на пони покататься. Ждем своей очереди. Вот и София поехала на лошадках. Oh no. Мечта Софии кататься на лошадях. Все, София покаталась. Сейчас будет слазить. Так, мы нашли тут еще большую горку. Посмотрим сейчас, что тут за горка. Дети катаются. Наверное, и взрослые тоже идут наверх. Так. Вот София наверху. Будем ждать, когда она будет катиться. Вот София катится. София! Привет! Ну, катитесь! Так, здесь есть еще машинки. Дети тут гоняют. Так, София в очереди стоит. София на очередь подошла. Сейчас поедет София. Походу, ей маленькие. Так, мы нашли здесь еще павлинов. Вон, красивые какие. Вон, какие красавцы. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Га-га-га-га. Поросятки. Хрю-хрю-хрю. А там еще один спит. О, другой спит. Там не видно. А вон хрюнделя огромные. Хряки. О. Yeah.
Мы на ферме. Thank you.